то, что увидели инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России по Ульяновской области в селах Лесная Поляна и Малая Кандала Старомаинского района, немало их удивило. И, к сожалению, не в лучшую сторону. В рамках традиционного противопожарного рейда подворового обхода граждан специалисты столкнулись с массой нарушений. Трещина дома. Это я глин приготовил уже. Ну, вторая пришла, берешь дрова отсюда, убери трещину, видишь, у тебя дрова загорятся. Понятно. Это 100% пожар. Убери, пожалуйста, хорошо? Ага, это все угорец. Все. Отсутствие предтопочного листа, трещины в печи, нечищенный дымоход. Серьезное опасение представляет и состояние электропроводки. Во многих домах проводка ветхая, местами провода оголены. В домах одиноких стариков и ветеранов были замечены пепельницы около кровати и разбросанные по полу окурки. Подобная ситуация характерна и для других поселений региона. С начала года в области зарегистрировано 122 пожара, в которых погибли 15 жителей региона. По выводам инспекторов пожарного надзора, именно неосторожное обращение с огнем стоит на первом месте в числе причин пожаров с трагическими последствиями. Причем практически все из них происходят в жилом секторе. Специалисты напоминают, такое пренебрежение может привести к большой трагедии. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.